Ну, короче, тут сверхвысокая чувствительность. Ну, вот игра, она не играбельна просто без джойстика. Только на джойстике играбельна и все. Так, что бы сделать-то? Я бы вообще заново бы прошел. Ну, чисто с PlayStation 2. Просто портировали. Просто взяли PlayStation 2 игру и просто портировали. Какие молодцы. Ну, если галочку играть в окне не ставить, там будет 15 FPS. Хуйня полнейшая. Вот эти кнопки тоже не работают. Тоже не нажимаются. Ну, допустим... Допустим, 2. Или... Ну да, пусть будет 2, мне кажется, это нормально. Так, все, я переключился на геймпад официально. Почему у меня... Нажмите клавишу. Короче, ну что я могу только сказать, придется самому кнопки. Блять, а хули оно не засейвилось? А хули оно не засейвилось-то? Говно тупое, кажется, оно вообще не сейвится. Что ты делаешь, блять? Тупая хуйня. Ой, бля. Бля, вот игру вообще кто-то играл, блять, или нет, нахуй? Или просто это хуйня ноунеймовская? Ну, при Януковиче, по крайней мере, хуйни не было. Но украинцам же надо, чтобы движуха какая-то была. Они его и свергли. Так, что я хотел сделать-то, блядь? С управлением, наверное, разобраться. Артём, привет. Бля. У меня с этой паскудной игры, сука, во-первых, она орёт нахуй, а во-вторых, она нихуя не сейвится. Блять, выбесило нахуй. Нет, не минус игры, это я так сделал. Если я это бы не сделал, right бы, она бы вылетала и вообще неиграбельно было бы. Right. Не, по-моему, с клавиатуры лучше играется. Только я до сих пор не понимаю, как нахуй сейвится. Я вообще, ну, по-моему, сейвы, видимо, не поддерживает. С мышки, с клавиатуры неиграбельно. С геймпада более-менее, но где здесь автоприцеливание? Может, вот это автоприцеливание? Блин, надо проверить бы. Как, блядь, проверить-то? Не, она вообще в любом раскладе неиграбельна, даже с геймпада. Вот это что за кнопка? Что она означает? Может, обучалку какую-нибудь дадут? Я хер его знает. Так, вот это что? Это типа центрирует, что ли? Как бы. Вот эта кнопка. Все, понял, как прицеливаться, да, блин. Блин, ну неудобно бы. Сука! Сука, прикол в том, что когда я, сука, с джойстика, блядь, прицеливаюсь, я стрелять не могу нахуй. Бля, говна въебали. Кто портировал эту игру, блядь? Говна въебали. Чё они делают, они, сука, говноеды, блядь, пидорские.
Да не, игра вообще, ну, на PlayStation была просто. Ну, портировать, как так можно по-ебанутому портировать? То есть, прицеливание... Блять, как это хуйня, тебе? Я не знаю, как с этой хуйней играть. Не, не, с клавиатуры лучше. Ладно, сейчас проверю, как сейвы работают. Но мне кажется, они тут не работают. Мне кажется, они тут нихуя не работают. Так, выберите сохранение игры. Сохранение. Новая игра, загрузка игры. И что, она засейвится? Сохраненная игра. Хотите перезаписать? Да, хочу перезаписать. А, надо заново вводить. А если тут же ту же самую надпись оставить? Ну вот, сохранение, игра завершена. Теперь загружаюсь. Загружаюсь с того же самого места. Это же оно? Ну да, это оно. Там больше никаких сейвов не было. Блять, это я так загрузился, типа, что ли? Enter принять. Нет. Right, да ёбаный рот, как? Что нахуй? Это говно не загружается. Это говно не загружается. Блять, проебался я. Сука, зачем я Skyrim удалял? Короче, это говно не работает. Ну все. Приехали. Короче. Ладно, короче, не получилось сегодня со стримом.